сегодня познакомлю вас с гномом Тигрулей. Посмотрите, какой он замечательный, милый, тискательный. У него прекрасный оранжевый тигровый колпак и яркие варежки. Гном – символ 2022 года. Это кисточка. Вот такая уютная борода скандинавского гнома. Конечно, его фирменный большой нос. Все это получится у вас сделать, если вы будете использовать наш набор для шитья. Итак, что же в наборе? Давайте откроем нашу красивую нарядную коробочку, которая легко может превратиться в хранение ваших нужных швейных мелочей. И посмотрим ее содержимое. Конечно, всегда мы упаковываем наши наборы в красивую бумагу. Открываем бумагу, и наши феи все запаковали в отдельный пакетик. Мы всегда рады ответить на любые ваши вопросы касаемо шитья и делитесь, пожалуйста, с нами результатами своего творчества. Мы с удовольствием посмотрим на вашу работу. Что же в коробке? Итак, в коробке у нас мех для бороды и для кисточки на кончике колпачка. Сердечко, ведь каждая кукла должна обладать маленьким сердечком. Носик для маски, полубусинки, глазки. Конечно, тигр, это плюш, он очень приятный, нежный, удивительно хорош. Вот такие хорошенькие ткани для варежек, для маски, для носика трикотаж и базовый флис, из которого будет сшит сам гном. Ну и, конечно, инструкция. По этой инструкции вы сможете шить еще много-много гномов. Инструкция подробная, обязательно прочитайте ее перед тем, как будете шить, от начала и до конца. Это решит многие вопросы. Вы сразу будете понимать, что, зачем и в какой последовательности. В инструкции вложена выкройка, выкройка туловища и, конечно, одежда самого гнома. Данные схемы раскроя и все подсказки. Вот такого чудесного гнома вы сможете шить вместе с нами. Кроме того, в коробочку вкладывается паспорт куклы, здесь будет его имя и ваше имя как мастера, и игла для пришивания ручек. Варите вместе с нами, и у вас получится такой чудесный, милый гном-тигруля.